Песня, сейчас пометим, почему 9 минут. Короткую песню, тема этой песни – как получать паспорт. Вот. Короткую не получилось написать. Получился эпос в трех частях. Сказ о том, как я документы на паспорт сдавал. Она тоже написана лет 10 назад, так что уже, возможно, какие-то сейчас не актуальны будут моменты в этой песне. Но в целом, я думаю, ничего у нас не изменится. Часть первая. Ну вот. Встал я рано, потому что рано лучше. С улыбкой вышел на улицу. Приятный теплый ветер мне щекочет уши. И солнце светит мне прямо на лицо. А я иду такой по-летнему одет. Щебечут птички и никого. А в целлофановом пакете документы. И я несу их в ЖКО. Там справки, по которой я родился. Не привлекался, не виноват. Там свидетельство, что я не разводился. Что не был замужем и даже не женат. Из больницы сколиоз и сотрясение. И заключение, что не очень я солдат. И письменно, мама, подтверждение, что я точно видел, где стоит военкомат. Черно-белые 3×4 фото. 3-4 черно-белые фото. Две бумажки, в одной указано, что я кто-то. А в другой, на всякий случай, что никто. Три доказательства того, что здесь живу я. Живу, что здесь я. Живу, что я. Фотография. Только, правда, вот с июля прошлого года. И не моя. Уж сколько я неведомых порогов за это время подбивал. Уж сколько дверных ручек перетрогал. Я свое фио перенаписал. Не сосчитает мне никто и не ответит. Да ну и фиг всем. Ну и пусть я главные документы все собрал в пакетик. И этот список я помню наизусть. Я пришел, чтобы отдать все это дело. Такой смелый в начале дня. А очередь тихонько подоспела. Уже полгорода, только нет меня. Не унываю. Не унываю. Доброе утро, как ваша жизнь? Уже полгода, только нет меня. Не унываю. Доброе утро, как ваша жизнь? Спасибо. Тоже ничего. Сейчас иду так тихо, как никого. Как будто все еще спят, а все уж тут, в ЖКО. И все стояли с неподдельным интересом. Все наблюдали времени ход. И увлеченный бесконечностью процесса стоял я тоже, разинув рот. И только тетя в этом маленьком окошке с невозмутимым фиолетовым лицом возила мышку по столу своей ладошкой и молча думала о чем-то своем. А народ уже задумался о жизни. И видно, паспорт мне большую роль играл. Пришли за ним, значит, надо, чтобы ушли с ним. И ради паспорта я тоже там стоял. Ведь без него на белом свете просто скука. И полноценный какой-то гражданин. Необходим просто мне вот эта штука. Хотя бы, чтобы было, что достать из штанин. Конец первой части. Часть вторая. Ну вот и поговорили. А, ну вот и был вопрос, ну вот теперь, ну вот и поговорили. К полудню очередь смогла подсократиться и докатиться до меня. И подумал я про тетю, как ей спится после такого трудового дня. Добрый день, я говорю, я Василий, и сую документики в окно. Она надменно так глаза опустила. Как будто и Василий мог Кать все равно. Между тем он все неторопливо так листало. И все молчало, и молчало. Подробно каждую бумажку изучала. Все прочитала, от конца и до начала. Говорит, у вас там кофе, извините, не остыл, а? Вежливый такой, ну просто жив. Терпение у меня в запасе было. Немного было, совсем чуть-чуть. Она так голову лениво поднимает. Через очки ко мне плывет такой туманный взгляд. Челюсти свои размыкали, и они мне очень внятно говорят. Вот, Василий, ты все, вот туда, вот по коридору, ты что, напротив знаешься, там, а все, во вторник, потому что это стенд, и вот, значит, и мне справочка. Заплатили?
Заплатили? Ну, вы хотя бы заплатили. А рентгеновые лучи на вас светили? Светили? Ну да, отвасили. А после школы вы от армии косили? Штаны мочили? Ну, выхватили. Скажите, это вы действительно Василий? А где вы были? А с кем вы пили? Вот нам о вас недавно доложили, что вы как бы типа накатили и авто водили. Должна бумага знать хоть, что вас судили и посадили. Как? Отпустили? Кто-то хотя потом, что вас и сбили. Что, и не били? Да где ж вы были? Но вас на личной предоплате просветили? Алло, Василий, предупредили? Ну, говорите, наконец, что вы решили? Или решили, или, согласно новым, так сказать, свежевышедшим законам, вам надо справочки, которых у вас нет. Так что обидно, что с вами далеко нам. И извините, вообще у нас обед. Давай, второй час. Сейчас третий. Ну вот и поговорили. Спасибо. Перед самым носом мне явилась штора. Прием окончен, сыновей. Обалдевший от словесного напора, я ощущаю закипание в крови. Удивленный результатом разговора, недовольный, взбудораженный слегка, я дверь приметил в начале коридора, вошел и начал издалека. Не представляете, как я вас уважаю, что когда денег будут курни клевать, я вам сейчас жду, при всех пообещаю, тогда на личном паровозе покатать. Но чтобы были не пустыми разговоры, да для паровоза нужен капитал, единственный, надежный, про который нам же друг вождя большую книжку написал. Вы не читали? Очень жаль, я тоже. Но, в принципе, решаю этот вопрос. Я услышал, что без паспорта не гоже. Много денежек имейте, паровоз. Вы спросите, зачем вы будете паспорт? Вам же свободе? Я вам докажу, ходите на спорт, что мне нужен, как бездонному нога. Ведь как заведено на новой России, верит не людям, верит бумагам, но вот там черно по белому Василий. И слушай, там таким жирным стаком. Можно за последний? Вот только жаль не заграничный. Вот неправильно. Слова как бисер, я по комнате метал. А то поехал, говорю, куда-нибудь прям в Австралию. Оттуда вам бы сразу прям, честно скажу, написал. Мол, я сейчас гулял вдоль океана по песочку, прошелся. Мол, сейчас вот в денежке под бальной птичкой, солнце, длинный океан, вообще-то хорошо. Замечательно, скушал такой свежий, такой настоящий свежий, прям свежий. Ну, просто потому что глаза не обычно, конечно, идет, ты сейчас в магазин, там видишь, конечно, покупаешь, они там свежие, непонятно, там все они законсервированы, все химии, там они бывают такие кусочки, на колечке, вот это прям настоящий, такой прям свежий. Ананас. Как вот странно здесь, вот так вот волшебно, так вот хорошо все. И, наверное, потому, я вот думаю, что это вот поэтому, я уверен, это потому, что нету вас. Я бы долго бы еще так распинался, но видя недоумевающие взгляды, я чувствую, намек не удался. Чувствую, больше не надо. В общем, так меня оттуда попросили, сказали прямо, без глубины. До свидания, говорят, Василий, иди, закрутим, что в страны. Вот такие вот жизненные пятна на каждом шаге поджидают нас. И это у меня было не в первый, и верно знаю, не в последний раз. Иду домой, а теплый ветер в рожу дует, и солнце светит на рожу мне. А я иду и понимаю, что живу я. Ну, ты чего же замечательной, смешной, очаровательной, волшебной, привлекательной. Хлеб, булу, батоны, печенье, пирожные, закрытые, закрытые, галька, кровавая, рука, кренели, пушка, клочь, пончик, торт, плюшка, дружно, привлекательной, привлекательной стране.